Здравствуйте, моя младшая группа. Сегодня мы делаем Дед Мороза и делаем его декоративно. Что это значит? Декор – это украшение. Мы Дед Мороза, шубу его будем украшать. Вообще все, что у нас тут будет изображено, будем украшать. Дед Морозика я вам объясняла, мы тренировались. У нас получается, как мы делаем Дед Мороза? Овал, внутри маленький овал, еще один овал. Потом идет, значит, глазки делаем, потом у нас борода, шапочку доделываем. Потом у нас трапеции идет и ручки приделываем. Как это у вас получится? Главное вам делать шубку темную у Деда Морозика или яркую какую-то, другую, не такую, как снег, дальше и фон. И сделать украшение на этой шубке. И вообще украсить нашу работу. Я буду работать прямо по этому рисунку. Начинаем.
Работа закончена. Я украсила своего Деда Мороза завитками, звездами, снежинками, снежками. Вы можете любыми волнистыми линиями украсить, крестиками, клеточками, кружочками, что вам понравится. Приходите к нам на следующее занятие. Всего хорошего. С наступающим Новым годом!